Пользователи портала госуслуги могут получить результаты теста на коронавирус и уведомления об их готовности в личном кабинете. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Речь идет о тестах в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора. По словам замглавы министерства Олега Качанова, в первую очередь сервис станет инструментом хранения справок о болезни для предъявления по месту требования. Нововведение снизит долю поддельных справок с результатами тестов, сократит время получения результатов исследования, а также избавит от необходимости направлять справку в Роспотребнадзор после возвращения из-за рубежа. Граждане смогут получить на портале уведомления о готовности результатов. Сами же результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение госуслуги «Стоп коронавирус». По словам чиновников, результаты тестирования будут загружены на портал в течение часа после их получения. На данный момент выгрузку результатов исследований на COVID-19 осуществляют более 450 организаций, которые проводят забор анализов.